Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную закуску из баклажанов. Рецепт хорош тем, что баклажаны не нужно жарить. При этом баклажанчики получаются вкуснее грибов. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Насыпаем в кастрюлю 1/2 столовой ложки соли, 1 столовую ложку с горкой сахара, вливаем 20 мл воды, 50 мл подсолнечного масла и отправляем на плиту. После закипания добавляем в маринад 30 мл 6% яблочного уксуса. Даем повторно закипеть, затем выключаем огонь и выдавливаем в кастрюлю 5 зубчиков чеснока. Пока маринад будет остывать, нарезаем 700 граммов баклажанов средними кубиками. Дальше перекладываем их в миску, поливаем маринадом, хорошо перемешиваем и даем постоять 20 минут. Время от времени содержимое миски мешаем. Спустя 20 минут высыпаем промаринованные баклажаны на застеленный бумагой для выпечки противень. Распределяем их в один слой и отправляем в нагретую духовку. Запекаем 30 минут при температуре 190 градусов. Пока баклажаны пекутся, готовим заправку. 200 граммов болгарского перца очищаем от семян и нарезаем небольшими ломтиками. Десять граммов острого перца режем кружочками. Также нам понадобится 1 зубчик чеснока, пучок петрушки и пучок укропа. Пропускаем все эти продукты через мясорубку с мелкой решеткой. И хорошо перемешиваем. Теперь запеченные баклажаны высыпаем в глубокую миску. Добавляем приготовленную заправку. Аккуратно перемешиваем. При необходимости подсаливаем на свой вкус и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Вот и все. Очень вкусная закуска из баклажанов готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.